Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию рубрики без модов. Я очень надеюсь, что она вам нравится, потому что сегодня, ребята, мы будем учиться, как сделать любой размер блока. То есть сейчас вы можете делать не только полублок и полноценный блок, а полублок из полублока. Блок в 1 сантиметр, в 2 сантиметра, в 1 миллиметр, ребята, и многое другое. Это очень поможет строителям, потому что у вас в руках будут блоки любых размеров, и это очень круто. Но, ребята, я очень сильно хочу вас попросить поставить лайк. Потому что я обещаю вам, как только мы наберем 1500 лайков, в ту же секунду выйдет новая серия. Ребята, я вам обещаю, поэтому не постесняйтесь, поставьте лайк, это для меня очень важно. Это большая для меня мотивация, чтобы записывать новые видео. Также, ребята, я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружбу 7 подписчиков. Потому что, ребята, я вас очень люблю и ценю. И я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Потратьте всего лишь 2 секунды на меня, ребята. Больше мы не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем начинать. Но перед тем, как приступить к этой команде, у меня для вас есть новость. Сегодня открывается мой новый сервер в Майнкрафт. Я сразу хочу объяснить ситуацию. Кто еще до сих пор играет на моем сервере Pixelmoney? Кто до сих пор играет на моем предыдущем сервере? Ребята, ну, к сожалению, мне попадались такие люди, которые просто-напросто меня кидали. Они помогали мне открывать серверы, и через пару дней они просто-напросто добавляли меня в игнор, и все. Я с ними больше никогда не общался. Я не знаю, ребята, ну есть такие люди, которые просто-напросто козлы, и я с этим ничего не могу поделать. Но сегодня, ребята, открывается мой новый сервер. Он уже открыт, вот прямо сейчас ты смотришь это видео, он уже открыт. Ссылочка на сайт есть в описании. IP сервера есть в описании, это обычная ваниль выживания на версии 1.8 и до версии 1.8.9. Заходите, играйте там автошахта, всякие PvP арены, уровни, вы можете прокачивать свои способности, свою силу, свое здоровье. Большущий кит-стартер с алмазами, с крутой бронькой и многим другим, ребята. Все это без модов, это обычная ваниль. Пиратка, лицензия, заходите, играйте, ребята, я там буду играть как только смогу, потому что я работаю каждый день, но все же, когда будет свободное время, я всегда буду туда заходить и играть, и также буду там делать некие рубрики, где будут участвовать подписчики, поэтому, ребята, заходите, подписывайтесь, точнее, играйте на сервере, я буду очень сильно этому рад, это просто сообщение, я надеюсь, что с этим сервером все будет нормально, ребята, вы сами понимаете, люди есть козлы и... которые кидают, я, в принципе, с этим ничего не могу поделать. Такие люди. Поэтому, ребята, ладно. Больше мы не тянем, и сейчас будем приступать к самой команде. Что мы сможем сделать? В первую очередь, нам нужно выдать себе командный блок, который выдается с помощью вот такой команды, ребята. Ставим его и вписываем команду. Вот так. Вписываем команду. А я сказал, вписываем команду. Вот так, замечательно. И нажимаем «Done», то есть... готово. Мы не нажимаем сюда всегда активно. Нет, ребята. Мы вписываем первую команду и активируем ее с помощью кнопочки. Ставим сюда кнопочку и нажимаем. Эта команда работает на версии 1.8, 1.9, поэтому, ребята, играйте. Сейчас мы будем копировать вторую команду, которая тоже уже находится в описании. Заходим, копируем и вставляем сюда. Как видите, у нас тут даже просит то, чтобы мы ставили вторую команду. Мы нажимаем и... вот так, сейчас опять нажимаем на кнопочку, и машина была полностью установлена. Сейчас, ребята, у нас все работает. Главное вписать две команды в один блок, и чтобы все вот так заспавилось. Тут вы можете удалить команду, тут вы можете получить справку, как этим всем пользоваться. А тут мы можем получить сам предмет, который может нам позволить превратить блок в, точнее, не блок, дайте мне обратно вот сюда, превратить практически любой блок в полублок и меньше даже. Что, ребята, это означает? Ну, давайте рассмотрим. В данный момент это все блоки, которые можно превратить в любой размер. Давайте, ребята, рассмотрим. Это обычный камень. Вот эти новые камни, андезит, диорит и что там есть еще? Андезит, диорит и гранит, да. Дальше у нас есть, конечно же, лазурит, потом... блок алмаза, блок золота, любой блок шерсти, не только вот этот желтый, а любой блок шерсти, любой блок глины, вот, любой блок глины, также трава и грязь, и блок железа, да. Это вы все сможете превратить в полублоки. Как нам вот это сделать? Нам нужно с помощью вот этого яичка, slab tool, то есть инструментом превращения, кликнуть по этому блоку. Нет, не по вот этому, видите, вот этот не превратился, а по этим блокам. И, ребята, как видите, мы действительно их сможем превратить в полублоки, и это очень круто. Так, я, похоже, тут что-то не то поставил. Да, я поставил какой-то другой, вот это, наверное. Как видите, ребята,
Реально, обычные блоки стали полублоками. Тут у нас есть снизу, как вы видите, небольшое место, в принципе, как и обычно, потому что если создавать, допустим, с помощью вот этого, вот так, ну, я тут не могу поставить, но, допустим, если вот так делать, то тут тоже будет место, вот, тут тоже будет место, потому что вы создали один полноценный блок с полублока, что-то в этом роде, ребята. А кто не знал, то вот эти все команды, вот это все создаются с перевоплощения обычных предметов в Майнкрафте. То есть, допустим, эти полублоки, это армор-стенды, и внутри этих полублоков находятся мобы. Ребята, это не новые вещи, эти все команды, вот эти все машины, истребители, вот это все, это команды, которые с помощью, точнее, мобы или предметы превратились в эти команды. Давайте я вам объясню. Как видите, если мы включим Game Mode 3, то мы увидим тут невидимые армор стенды, я не знаю, как это, стойка для брони, вот. И как видите, эта стойка помогает держать вот эти блоки. А если мы залетим внутрь, то мы увидим тут шалкера, нового моба в Майнкрафте. И вот это, как видите, шалкер держит вот этот армор стенд и тем самым помогает сделать полублоки. Но это, ребята, еще не все. Давайте мы рассмотрим, что мы можем делать с этих полублоков, потому что это реально очень круто. Я вам расскажу, что и как делается. В первую очередь я хочу вам сказать то, что вот эти блоки, точнее, один блок с помощью этой команды может иметь до 16 различных размеров. То есть от 16 полноценный блок до 0, вот тоже полноценный блок, но только заткнут в землю. Тут у нас, ребята, находится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и тут у нас 8. Вот так. Это означает то, что полублок, то есть 16 полноценный блок, 8 полублок, 0 блок, но только в земле. И, ребята, мы сможем сделать любые размеры. Ну, давайте, ребята, я вам конкретно объясню, что и как мы будем делать. Мы превращаем, вот тут у нас, если 8, размер 8, тут у нас будет размер 6. Нет, тут 7, 6, 5, 4, 3, 2, да? И давайте рассмотрим. Мы превращаем вот этот блок в полублок и как нам его немного понизить. Нам нужно выкинуть вот это яичко на вот этот блок. И как видите, он выделился. Вот. А вы можете нажать на сюда Erase, то есть вы можете, ну, превратить его в обычный блок, то есть вернуть в начальное состояние. Вы также можете его выключить, не то что выключить, а вот сейчас он у вас выбран, да, он у вас подсвечивается. И вы его можете дезактивировать, то есть больше не выбирать, вот, дай сюда, вот так. Вот, замечательно. Потому что многие могут подумать, зачем я его буду, вот, не выбирать, я могу просто-напросто убежать, это просто, ну, это ненужная вещь. Нет, ребята, если вы его не деселектните, если это можно так переводить, то ваш мир, можно сказать, уничтожится, потому что будет много лага, будет много багов, вам нужно обязательно его деселектнуть. Будем так назвать, потому что я не знаю, ребята, выборы, то есть выделить, не выделить, потом обратно не выделить, что-то в этом роде. Ну ладно, не будем тянуть, ребята, и сейчас мы его понизим на один блок вниз. Вот смотрите. Опа. И сейчас возвращаемся. Пам. И смотрите, ребята, что у нас случилось. Мы действительно смогли понизить блок, ну, практически на 1 сантиметр вниз. Вот видите? Как это круто выглядит. Это даже меняется физически, потому что если мы стоим на вот этом блоке, полублоке, то смотрите, какая у нас высота. 64,5. Если мы станем на вот этот блок, то у нас становится 64,437. То есть реально есть какая разница. Сейчас, ребята, давайте мы опять так сделаем. Выберем вот это. И сейчас мы его понизим на 2. Вернемся. И смотрите, ребята. То есть это реально очень даже круто, потому что это очень поможет строителям в Майнкрафте. Не то, что даже строителям, а строителям кар, потому что это нереально круто. С помощью вот этого всего вы можете делать прям нереально какие-то постройки и также использовать вот это все в реально каких-то корыстных целях, потому что это нереально круто. Но знаете что, я не буду вот это тянуть, давайте я вернусь, когда я вот это все сделаю. Хотя, в принципе, тут не так-то и много уже осталось. Два... Ой, нет, не то, не то. Вот видите, ребята, я не то выбрал. Тут остался еще один блок. Вот, верни сюда, кинь. А, я знаю, вот так и вот так. Я же не поднял вот эти блоки, поэтому я думаю, почему это не работает. И вот так, замечательно. Вот так, поднимаем, и у нас остался, вот видите, я не знаю, то ли это... Вот, замечательно. А, я просто не нажал, ага. Я просто не нажал нормально на кнопочку. Сейчас, ребята, мы это опять понижаем. И вот так. Замечательно.
смертельно. И как это круто выглядит. Вы когда-то видели вот это в Майнкрафте, ребята, чтобы вот так было? Офигеть, это реально, то есть это реально меняется высота блока. Вот смотрите, 64, 64, 125, 64, 187, 60, 250. Это нереально круто. И что самое главное, это вы не будете проходить сквозь эти блоки. Вы не будете, потому что это считается как реальные блоки в Майнкрафте. То есть, вот смотрите, ребят, вы можете по ним подниматься, как по реальной лестнице. Вы прикиньте, если сделать вот такую большущую лестницу с таких... Это даже не лестница, как обычная в Майнкрафте, это лестница... сантиметровая лестница, и это офигеть как круто. Знаете что ли, давайте я сделаю ее полноценной, потому что как только я это сделаю, то это будет выглядеть еще намного эпичней. И вот, ребята, смотрите на вот эту прелесть, это просто офигеть. Вот прикиньте, если бы карты, если бы постройки состояли вот с таких даже не полублоков, а полублоков. Вот это, мне кажется, можно еще немного убавить. Вот так, потому что это сейчас. О, вот видите, то есть нужно... О, сейчас, что-то залагало, как я понял. А, я очень сильно унизил, вот этот блок, и он обиделся и просто-напросто пропал. Вот так, ребята, сейчас и вот так. Да, это один, и если я вот так сделаю сейчас... Вот так, то тут у нас ноль находится. Вот, ребята, смотрите, какая крутая лестница. То есть это просто офигеть. Не каждый день такое увидишь, и это очень круто, потому что, знаете, уже не выходят так много видео по без модов, потому что нету нормальных команд, но вот это что-то новенькое. Вот это я реально не видел, и, ребята, согласитесь, что если это будет у вас в мире Майнкрафт, это будет нереально круто. Потому что сейчас мы рассмотрим, где нам вот это еще сможет пригодиться. Вот, допустим... На каких-то картах, да? У вас тут есть какое-то сокровище, допустим, алмазный меч. И вы хотите туда забраться, но вы не можете вот так кликнуть на сундук, потому что вы просто-напросто не... О, ну, я не то сделал, вы просто не достаете рукой до этого сундука. Но, смотрите, что мы, ребята, сможем сделать. А, нет. Не вот это, сейчас, это вернем вот так. Вот, замечательно. И нужно... Вот, замечательно. Вот этот блок. Вот. И сейчас вот этот. Вот. И сейчас опять вот этот. Да твою мать, а! Вот этот! Вот, замечательно. Этот мы обратно унизим. Унизь. Вот так, замечательно. Ну что, ребята, вы хотите пробраться к этому сундуку, но хотите сделать, чтобы это было не очень так просто. Допустим. Знаете что? Вот. Это высота 2 блока. Как вы знаете, персонаж в Майнкрафте не... Ну, я не скажу то, что он высотой 2 блока. То есть он практически в 2 блока. То есть не хватает, может, 3-4 сантиметра. Как видите, мы можем тут прыгать и всякое такое. То есть не полностью 2 блока. Но мы сможем сделать так. Кинем вот сюда. Я сказал, кинем вот сюда. Вот, замечательно. Мы сможем сделать так... То, чтобы это было в два... То есть, меньше, чем два блока. То есть, чтобы мы не смогли вот тут пройти. Допустим. Сейчас, ребята. Вот так. Один, два, три. Мне кажется, так нормально будет или нет? Так. Вот. Вот, нажми сюда, а? Сюда, я сказал. Опачки! Я сказал нажать сюда. Вот. 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 Почему он не хочет отменять выбор? А, все, нормально. Но, как видите, ребята, нет, вот сейчас я еще могу пройти, но, как видите, это прям впритык. Это прям впритык. Я могу прыгать, но смотрите, как я высоко прыгаю. Вот смотрите, обратите внимание на ноги. Я, может, прыгаю, ну, 1 миллиметр. И то это не очень заметно. А если мы... О, вот. Нет, не вот этот блок я хотел выделить, не вот этот. Верни сюда. И если мы понизим вот этот блок еще на один... Вот так, вернемся, отменим выбор. То, ребята, все, я уже не смогу пройти. Как бы я ни старался, вот смотрите, ребята, я не могу туда пройти. Ой, нет. Я не могу туда пройти, потому что смотрите на мою голову, смотрите на вот этот блок. То есть он уже намного ниже, чем моя голова, я не могу сюда пройти. Но! Если я нажму на Shift, то я смогу сюда пройти, потому что мы пригинаемся. И вот, сейчас я не могу, нажимаю на Shift и могу. Это круто, потому что если, например, это все будет на картах, да, это немного залагано, но все же это один блок в другом блоке, это уже круто. Вы могли просто-напросто этот не добавлять, вот, это так лучше и все, в принципе, уже нормально.
Это будет очень круто, если делать это на картах. Но это еще не все, ребята. Потому что если мы выберем вот этот предмет, нет, не туда, вот сюда, нет, не туда, а один, вот я просто считаю, сколько будет нормально, 2, 3, вот так. Мы можем даже передвигать эти блоки не вверх и вниз, а даже по сторонам, ребята, и это нереально круто. Вот сейчас, 1, 2, 3, замечательно. И вот так. И смотрите, ребята, у вас там сокровище, но вы не можете туда пройти. Как бы я даже не старался. Вот смотрите, ребята, я не могу туда пройти, потому что, во-первых, у нас высота блока очень низкая. Во-вторых, вот эти блоки делают очень-очень-очень узкий проход. Я не могу туда залезть. Даже если я нажму на Shift. О, если я нажал на Shift, то я смог пройти. Но если вот как-то... Вот, сейчас я не могу даже на шифте пройти, потому что нам... У меня просто вот это не получается, потому что это очень-очень узкий проход. Я смогу туда пройти, только если я нажму на шифт и прям впритык вот так сюда пройду, и то нас будет выталкивать. Смотрите, ребята. Вот, прошел, забрал свое сокровище и ушел. То есть, как это круто, потому что вы можете построить такой дом, вы можете видеть все, что тут происходит, но вас никто не сможет тронуть, вас через это никто не сможет убить. Ну, разве что скелеты смогут стрелять своими стрелами. Но зомби вряд ли сможет сюда пройти, может маленький зомби, да, потому что он не очень большой. Но все же, ребята, это очень круто. Вот. Опа! И это нереально. Это нереально, ребята. Но... А вы также можете делать, ну, я не знаю, какие-то крутые... Да твою мать, вот этот блок земли меня уже достал, если честно, а? Вот этот блок земли меня уже достал. Я же не в блок земли кидаю. Вот, все нормально. Вот, твою мать, а. Вот. Не! А, нужно наверх? Ага, ясно. То есть... Как-то это сделать по-другому. Вы можете усовершенствовать свой дом, чтобы он был какой-то крутой, что ли. Вот, допустим, давайте мы опустим вот сюда. Замечательно. И вернемся вот так. Потом на вот этот блок поставить еще один блок, если у вас, конечно, получится его поставить. Вот, допустим, вот так. Сейчас, ребята, мы выкидываем еще один. А, вот, я сказал, вот. Вот, ага, выкидываем вот сюда один, и мы также сможем его опустить куда-то вниз, если у нас это, конечно, получится. Вот, сейчас, вот, прям, знаете, это как какой-то тетрис, можно сделать мини-игру тетрис, опускать вот так блоки и передвигать. Это реально круто будет, вот, что-то в этом роде. Или можно даже еще, знаете, вот так, на два, да, мне кажется, нормально. И сейчас, ребята, давайте мы его... Вот так, замечательно. Сейчас мы можем сделать еще один вот такой какой-то блок вот сюда, выкинем сюда, замечательно. И мы можем его еще раз... Нет, твою мать, не вот этот блок. Вот видите, ребята, нужно вот как-то его отменять выбор, потому что не каждый раз вот это все работает. Вот хрен его знает, ребята. Нужно, вот видите, я в тот раз не отменил выбор, и вот это все залагало. То есть нужно обязательно отменять выбор после того, как вы справились. Вот видите, я сейчас на том блоке, но почему-то хрен его знает, ребят. Походу я сломал вот эту команду, поэтому нужно с этой командой нужно быть очень и очень осторожным, потому что, как видите, это все, ну, не совсем идеально, и в принципе это понятно, да? Вот, допустим, дайте я еще раз кину вот в этот блок. Ага. Нет, не вот в этот, видите? Через вот этот уже даже как-то... Ага, я понял, ребята, почему это вот так, потому что я его слишком опустил, я его слишком унизил, он был вот где-то на этой высоте, я его слишком опустил, тем самым нарушил какое-то там пространство и сломал всю вселенную. Поэтому, ребята, будьте осторожны с этим всем. Но я вам показал всю суть, что вы можете делать с помощью вот этой команды, с помощью вот этих полублоков, да, и просто-напросто вот такое не каждый день увидишь. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если поставите лайк. Я уже вам дал свое слово, то что... Как только, в ту же секунду, как только мы наберем 2500 лайков, сразу выходит новая серия. Поэтому, ребята, если вы хотите две серии в один день, все, что вам нужно, это просто поставить лайк, потратить секунду на это. Ребята, за это я вам скажу большое спасибо. Вы будете реально большими молодцами, если вы поставите лайки. Также подпишитесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду очень всегда рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Ребята, я всех люблю, я всех ценю, поэтому я также буду рад, если вы будете относиться ко мне так. Поставьте лайк, подпишитесь, я буду этому очень сильно рад. Также, ребята, спасибо
тем, кто досмотрел это видео до конца, вы реально крутые. И я вас приглашаю на просмотр нового видео, которое выходит каждый день на моем канале. Всегда приходите, я всегда буду рад вас видеть на просмотре очередного видео. Также заходите на мой сервер, как я уже сказал, он открылся сегодня, вот прям сегодня, может полчаса назад, после выхода этого видео. И, ребята, я буду вас там ждать, я буду играть, когда у меня будет свободное время. И просто заходите и проводите там время, потому что там реально круто. Я надеюсь, что этот сервер, ну, хотя бы сможет немного прожить. И то, что вот такие конченые люди, как я уже сказал, бывают в нашем мире. Лучше промолчим. Поэтому, ребята, еще раз скажу, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.